Всем привет! Сегодня 20 февраля и с вами Камила Хакимуллина. Будьте внимательны, ведь сейчас начнется рассказ о самых интересных и увлекательных событиях, которые пройдут в Казани сегодня. Смотрим! Выставка молодых татарстанских художников «Другое время». Живопись, графика, скульптура, керамика. Работы, выполненные в разных техниках и стилях. Основная задача выставки – прочувствовать вместе с творцами ритм и дыхание нового времени. Окунуться в мир новых технологий и подходов к творчеству. Выпустить на ветер новые имена и прорывы. Открытие выставки будут сопровождать стихи, вдохновленные художественными работами от казанских поэтов. Романтическая ярмарка в одном из торговых центров Казани. Сувениры ручной работы, кожаные аксессуары, подарочные пряники и шоколад, авторские украшения. Вот лишь небольшая часть того, что вы сможете найти здесь. Все представленное создано с любовью. Также вас ждет романтическая фотозона, где можно сфотографироваться со своими родными и друзьями. Очень надеюсь, что вам понравится на этих мероприятиях. Но на этом еще не все. Сейчас мы предложим вам интересные выставки, подробнее о которых вы узнаете в следующих сюжетах. Приятного просмотра! Выставка «Древняя история Татарстана». Посетителей ждет прогулка по уникальным археологическим памятникам республики. Экспозиция расскажет о том, как человек взаимодействовал с окружающим миром, каким был его дом, какие вещи он использовал в быту. Для большей наглядности подготовлены многочисленные реконструкции. Выставка «Золотые руки мастеров. Народные промыслы татар». На ней представлена богатейшая коллекция изделий, созданных татарскими народными мастерами. Можно увидеть ювелирные изделия и золотое шитье, предметы, выполненные в технике кожаной мозаики и художественную вышивку. Экспозиция включает как работы старинных творцов, так и произведения современных авторов. Рассказ о самых интересных событиях ждет вас каждый день в нашей рубрике. Завтра увидимся снова. Пока-пока!